Итак, дорогие друзья, с вами вкусный, хороший, аппетитный вещь. Это, конечно, домашняя пища. Но скажу так, что это необычная пища. Это домашние чипсы. Для этого что нужно? Картошечка. Нарезаем немного. Слоев делаем. Вставляем на печку. Ням-ням-ням. Вот, смотрите, как вкусно жарится. В общем, для этого нужен картошечка и соль. Никакой подсолнечного масла и всяких химикатов. А вот уже пожарился. Такой вкусный, ням-ням-ням-ням-ням. Жаль, что не могу вас угостить. Вот. Смотрю этот видеоролик, и прямо хочется делать вот такие жареные картошечки. Опа-па-па-па-па. Вкусно. Итак, дальше мы что делаем? После того, как мы пожарили, собираемся с друзьями и начинаем кушать. Вот так. Скажите, пожалуйста, вы сами такие готовили? Это обычная домашняя еда, которую можно приготовить любой человек. Вот. Ням. Ой, как вкусно, ням-ням-ням. Ой, как вкусненько. Пальчики оближешь. Вот. Давайте быстро готовить такую пищу. А теперь застолье. Сидим за столом с друзьями. Пища вкусная. Вот. Вкусная картошечка. Соленый. Вкусный. И многое другое, которое вам не покажу. Спасибо всем за просмотр.